отекшие. Я миллион раз показывала косметику и отвечала. Тональный Estée Lauder. Привет, Австрия. Краснодар, привет. Просто я люблю так имя твое. Наверное, каждый, кто любил, говорил эти слова, но поверь мне, это не то. Я люблю тебя, я люблю себя, каким становлюсь рядом с тобой, рядом с тобой. Да, это точно хорошо, что у меня есть как вы. Недалеко так, осталось немного. Я стреляю с тобой из города, слышу голос и снова по проводам дышу. Ой, ну слушайте, проблема подбородка, это индивидуально. Я вам не подскажу, вам надо к косметологу хорошему попасть. Привет Израилю, Стамбулу, Ялте. Давайте, я с удовольствием почитаю анекдоты. Привет, Львов. Благодарю, Елена, вам отличного дня. И шрамы на сердце, чтоб писать песни, чтобы знал весь мир, как я болею тобой и даже ценой. Сибирский снег у вас идет, офигеть. Без ресниц хорошо. Я русская. Ничего себе, и Хельсинки даже есть. Да, сегодня в Джимми Пой. Не знаю, когда в Армению. Привет, Домодедово, Владимир. Грузия, спасибо. Вот бы лето было круглый год, да. Теперь только за деньги. Хотите, расскажу ходячий анекдот? Ходячий это как? Ну расскажите, ну пока вы думали, он уже ушел. Нальчику, Грозному, Узбекистану, всем привет. И Монголии, ничего себе. Привет, Тула. Балаш. Русский. Да, сколько я могу стран посетить, действительно, если искренне ждут мои подписчики. Георгиевск, спасибо. Спасибо, Баку, я вас тоже люблю. Ставрополю. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы у всех получалось все задуманное. Любимому Сочи тоже привет. Ну, что это громко сказано? Стою, толкаюсь. Батюни из Гальянова. На Украине была. Привет, Грузия, в Нальчике была. Я в 24 лет начала колоть лицо. В
биоревитализацию мне заделать. Австрия ждет, спасибо. На Мальдивах нет, не была. В Сочи ливень. Ну, у нас ливня нет, но погода не лучше. Благодарю вам всем. Здоровья близким и собакам. Спасибо. Свет дали. Ксиамин колю раз в полгода. Нидерланд. Ночью часто просыпаюсь, плохо сплю. Обожаю ходить. Прыгну все горы, спасибо. Нет, спортом не занимаюсь. Мне понравилось, как сегодня девушка написала в эфире: куплю ваш плейлист дорого. Привет, Украина. Спасибо, Алмате. Еду домой. Нет, витамины не включились никакие, хотя надо начинать. У меня начали осень появляться, ну вот пару дней как уже начали появляться ранки, эти зайцы ужасно болят. Нет, Мадин, не посоветую никаких витамин. Неважно для чего, потому что все это индивидуально. Я вон напилась витаминов, чтобы потом капали меня, чтобы вывести все это из организма. Не все подходит, у каждого все индивидуально, вам только врач нужен. Борщ, суп крайне редко, раз в полгода, наверное, от силы. Айви там ничего не помогает, мне это все мажу. Thank you.
должна относиться к человеку, которого я совершенно не знаю. Мясо кушаю. На маникюрчик надо уже, да, на следующей неделе. Мамуле хорошо, спасибо. Железо у меня, да, у меня железо на критическом нуле. Что бы сейчас изменило в себе? Ничего. Вес. 10 килограмм бы убрала. Косметолог ухожу. Делаю BBL, фотоомоложение. Мезобио. А в губы не колю ничего уже очень давно. И чтобы в жизни изменило? Много чего. В Беларуси была пролетом. В какую-то страну летела, не помню. Вот через Белоруссию летала. Мне 34 года. Я не хочу без тебя спать, не могу тебя забыть.
Над облаками, но она ушла, и эту боль ты не забудешь никогда. Почему не хочу помазать? Вы мне написали, я увидела и обязательно, потому что, ну, ей не пробовала, честно. Я же говорю, чем я уже только не мажу. Обязательно сегодня куплю. Да, сегодня буду на работе. Сгорают сигареты, и бесконечно ветром вдаль уносят чужим дымом, и кажется, уже не жаль. Еду домой. Но это ложь. Эту боль ты не забудешь никогда. А, здравствуйте, Зухра. Правильно, да, я сказал? Я не торгую копиями, у меня свой бренд. Вот все, что вот вы видите на мне, я всегда выкладываю страницы в сторис и деревья за окном.
и отмечаю странички. На все есть свое время, пойдет и это время боль. Она пройдет, а от этой боли не останется следа. Найдется новая любовь. Карин, только в этом эфире 1001 раз уже было сказано Estée Lauder. Вы можете увидеть тоненькую ниточку, но это прям вот очень сильно. Машину заправляю, наверное, 2 раза в неделю. Пусть обычное, необычное, что-то счастливое сегодня произойдет. Спасибо, Олечка, спасибо. Да, реально хочется какой-то внезапной радости. Снова у баранки. Вы знаете, мне кажется, как я купила машину, в принципе, это мое обычное явление. Элаком, либо мазь. Девчонки, все, кто что советует, вот касаемо моей проблемы, кому помогает, будьте добры, если вам не трудно, в директ продублируйте мне, желательно сразу с фотокремом. Большой привет Пятигорску, спасибо большое. Посмотри, родная, кем мы стали. Боль и радость поменял мы сами. У нас, короче, на районе открывают дельфинарий, ну странно как-то. Но я думаю, может быть, это вот в зимовку как бы здесь их поселят, ну, короче, строят какую-то херню, и написано «Дельфинарий», не знаю. Привет, Адыгеи. Спасибо Ростову. Спасибо большое. Ну слушайте, Сочи сейчас не солнечный. Написали, что там дождь идет. Привет, Карачаева. Я так хочу,
Меня мешает только мой вес. Вас видно, Юль. Если не улечу, буду в джиме в четверг. Может быть, по работе улечу, но это еще под вопросом. Нет, булочка не хочет быть блондинкой. Боже упаси. Малыши, кабаны, ни одного отклика. Рецепт пирожков у мамы вы должны просить. Я сейчас, в принципе, люблю покушать. Спасибо, девочки, спасибо всем, кто отправил мне фото Диры. Вечером, не знаю, как настроение будет. Почему вы все дома? Слава богу, никто не обижал. Блять, чистый, поставил так машину. Одни куртки, жиленки. Спасибо большое, девчонки, спасибо. Четенько приехала. Раньше пользовалась всегда камерой заднего вида, но меня всегда за это ругали. И вот, и как-то уже привычка стала без камеры. Да, сейчас я зайду. Подъезд и брошу вас. Рост 1,65 м, вес 59 кг. Ой. Здрасте. Здрасте. Пошли вот в эту сторону. Ну все, ребятушки, всем
прекрасненького вечера. Может быть, вечером увидимся с вами. Пушистиков, сейчас связь пропадет. Ну, сейчас, если этот, дождетесь. О Боже, кто меня встречает? О Боже, здравствуйте. О Боже, здравствуйте. Да, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, да. Ругаешь меня так? Ты меня так ругаешь? Привет, ой, привет. Ой, приветульки, ой, приветульки. Забыла. Сейчас съезжу, мам. Вот кто ждал. Вот они. На месте, вот они, на месте. Сейчас дождь там пошел. Хорошо, мам, 3 часа только. Вот, иди сюда, покажись. Подойди сюда. Подойди сюда. Подойди. Вот они, скази. Вот они, скази. Вот они, скази. Вот они, скази. Вот они, да. Вот они, скази, дети. Вот они, дети сладкие. Вот они, сладкие дети. Вот эти вот сладкие дети, да. Радуйте. Радуйте. Да, мой, мой, мой пир. И ты моя. И ты мамочку целуешь. Ой. Что там, глаз зачесался? Глаз зачесался. Ой. А что бы с глазом? Что в глаз попало? Что в глаз попало? Что попало в глаз? Что в глаз попало? Зоб. Что? Да что? На, 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 на. Аккуратней, пожалуйста, мне... Отец меня посадил за руль в 13 лет и научил ездить. Водила я с 18. Оставь носок, иди сюда. Иди ко мне.